поставьте точки карту LZ. Пока LZ нет. Сейчас Монако возьмите. Сутка в Нормандии, на побережье. Так, внимание всем. Берем консервную точку, где обозначен Монако. Фиш, возможно, она нас даже не засекла. Ну да, он что-то. Да, есть такое. Как-то непонятно. Иначе бы она кружила, я так думаю. Фиш, место на карте, видишь? Да, или туда. Квадрат 150-007. Там что-то полило. Так, фокусы вели с ним. Понял. Три вертушки. Две вертушки, док. Одна раза. Север заходит на нас. Бля, как ты? Пробей, Фиш, пробей, не иди там на нее. Режу, режу. Лучше под ней. А, чего? Под огнем наша предыдущая группа. Люди, есть предложение уже высаживаться где-нибудь. Почти приедем. Мы подходим к LZ. На лес, в лес, сразу в лес. И сразу тупо в лес. Сгаем. Банан бьют. Сгоряем. Вижу, куда мне в лес. Док, давай виляй, сзади нас вертушка села, палит. Так, отделение, как только высадимся, открываем огонь по вертушке всего вселенного. Очередь, пулеметчик. Приготовься. Сразу в лес забегаем, да, прямо. Док, давай направо гони. Фиш, под нее, быстро, под нее. Направо, направо. Фиш, кто у вас там, вы живы? Да еще живы, блин, почти приехали. Налево, налево. Налево, налево. Сажаем все, ходим в лес, прячемся там, черт возьми. Давай, вижу, вижу его. Ведите огонь, черт возьми. Док, давай, съебай, съебай, давай, док. Бляха ты, мух. Ответ на огонь, кто может. Минус один у нас, раненый. Да, по мне ведут огонь. Пилот убит. Не пилот, стрелок убит. Прием, это Урк. Я спрыгнул с лодки, плыву, подплываю уже к берегу, но ранее могу. На запад, плыви заново. Док жив? Я же просто один раз отключился, Вадя, сейчас может опять отключусь, так на берегу. Принял. Как лучше, в лес пытаться бежать или перевязываться сразу? В лес, бежи в лес, я тебя перевяжу.
кто жив, перекличка? Обоя. Вижу дока в лодке, попробую вытащить. Сейчас вторая вертушка улетит. Фиш, не пались, блин. Пусть подумают, что мы ушли. Не подумают, они нас видят. Хера с два они нас видят в елках. Кто ведет огонь? Да я. Где вторая? На берег проверю, там свои есть. Дока, попробуй вытащить. Я найти его сейчас. Да в лодке он сидит. Да, вижу. Вертушка уходит. Вторую не слышно. Кто еще жив? Кто еще жив? Да все, мертвы уже. Че, вдвоем выжили, что ли? Да. Блять, к нам сейчас отделение притопает. Зачищать. Давай по берегу искать, где наши. Сейчас я елки быстренько обшарим. Давай. Вообще не вижу никого. Та же фигня. Пойду сейчас немножко на лодках отойду, проверю. Так, вижу три лодки на 60 плывут. Фоксы, похоже. Да, вижу фоксы. Так, и вертушка откуда-то летит с юга. Блин, там наши, но они под водой. Вообще, я возвращаюсь. Давай перейдем к Фоксам. На КВ. Давай. Пишу, нет? Кого? Урт. Урт, если слышишь, отзовись. Так, Фоксы высадились северные. Да, сейчас перейдем к ним. Чё с доком-то? Чёрт, не вижу урта. Урт, если ты нас слышишь, мы переходим на 372.74. Да, глубоко. Прием, обоев, проверка. Обоев, проверка. 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 Проверка, проверка.
Фиш, ты тут еще? Фиш. Здесь, здесь. Какая частота у Фоксов? Я на них вышел и нет никого. 54... Слушай, слушай. 170... А, 372.74. Хорошо. 372.74. Мы двигаемся сейчас на запад ровно. Хорошо, попробую перехватить. Ждем, отдыхаем. Так, куб ранен, сейчас. Так, дальше. Как? Что за крепление можно поставить? Слупок Азимут, еще раз уточни свой. 160 там до пушки на поле уходим и ждем. Ой, 260. Медикамент мне никто не хочет взять, а то мне 35 кило таскать. Это нахуй. Все, я в порядке. Меня дерево ранило. Бросай. Он зеро. Носи пилу с собой, дерево боятся обычно. А медик кто у нас? Виск. Мне с вами встретиться. Вот где снизу тут лежит не надо. Чё за... Не стой так. Готово. Готово. Ссылка есть? 250 продолжаем движение. Перебегаем в поле быстрее. Катушка летит, давай быстрее. Бля, погоди, пускай можешь пролететь. Все, вижу вас. Вот, на 260 перед в поляной. Далеко, 260. Что летает, господи. И не одно. На лаге. Устаю. Меня в чем-то сети подкидываются. Все нормально. Кроме того, что меня зверь сейчас споткнулся. В середине поля. Так, я присоединился. Пойдем в поле. Вы смотрите, вот у меня, допустим, был рюкзак с помзами. У кого рюкзаки, проверьте, может там дерьмо есть, повыкидывайте нахуй.
Они сами по себе устают. Быстро. Могу РПГ выкинуть. Угу. Тоже херня. Дальше двигаем? Да, да, да. Двести пятьдесят, продолжаем движение. Женаты. Слоупок, не убегай, погоди. Ты вперед уж. Пиздец, еще 2 километра. Тянулись? Окей, продолжаем, вернее, на 250. Без РПГ сбить вертушку. Показать скилл. Ага. Другого шанса не будет. Солпок, мы не выдержим 2 километра. Почему? К концу миски прибежим как раз. Ну... Надо это делать. Стоять и ждать просто как. Давай отдохнем, слушай, я уже все. Окей, ждем. Пикачу, ты где? Без понятия. Надо же все время бежать на 250. Нет, меньше. Че, потерялся в лесу, что ли? Да. Бежал, бежал к Ванори и остановился, его нет, и все. 150 мы бежали в свое время. Догнал? Нет. Устал. Молодец. Карта есть? Нет, я же пулеметчик. И швед в воздухе летает. Он от нас на 250. Вот. Беги туда. Ну все, отдохнули, двигаемся на 270 запад.
Стрельба 250-240, очень далеко, очень. Угу. Ну туда и выходим. Верно. Качутка, давай речь. Сдох, я двигаться не могу. Ждем на пушке. Патроны, у меня к тебе 5 рожков есть. Один рожок или два оставь. Он море бежит. А, блин. Не сюда, ты не пойму. Запад. Нори, правее бери, Нори, правее бери, мы справа. Ой, левее, левее, блин. Я знаю. Продолжаем движение на запад. Хорошая музыка. Это РПГшник, я снова встал. Окей, ждем. Поляво перебегать? Не, ждем пока. И Нори, я на твои 900 метров тоже устаю, будем вместе идти. А какой вес у вас? У меня 14 килограммов, не хочет идти. Да, сомневаюсь, здесь вообще говно. Далеко справа, точнее далеко слева слышу голоса, 220. Давайте 260 продолжаем движение. Мы уже два БТР спалили, пока мы бежим. Так, на поляну убегаем, да? Да, 260. Слева, на юге, две вертушки прямо на нас заходят. Давай, может, пока с поляной погодим, если они на нас летят. Окей, окей, спрячься пока. Просто встань. Сейчас они пройдут. Они стреляют куда-то. ДШК с базы. Окей, продолжаем движение 260. Господи, здесь три вертолета. Походу уже два вертолета, да?
Блядь. На нас заходит. И берите. Впереди стрельба. Осторожнее, заходит нас. Да, лес выбегаем, там останавливаемся, отдыхаем. Много левее. Блять. Это я. Извините. Впереди на 240, по-моему, голоса чьи-то. Это 40, говоришь? Да, на 240. Двигаемся на 250. Блять, голоса на севере были, блядь, казалось. Окей, уходим быстрее в лес, 240. Слово, ты на шепоте стоишь или нет? Да. Двести сорок. Стрельба. 240. Голоса справа, на западе. Ну, вообще находимся. Кстати, на ферме. На 220. Чё они над нами летают-то, блин? Короче, летают и координаты на карте наши отмечают. Вангую.
Чё за стрельба? Впереди стрельба. Причем стреляют наши. Слоупок, я так понял, мы подходим с той стороны, которая заминирована, да? Мы обходим ее. Разве свои стреляют? А, вертуха по вам, вертуха по вам работает. Не работает. Бля, давайте пока она стоит, угнём её. Пугаю, пугаю. Стреляй по ней, как? Если она уже по нам стреляет, так чё терять? Кто-то выпал, что ли? Секунду, сориентируйся. Потом Зер живой, она по тебе работала? Живой, живой, нет, 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 не по мне. Нет, по мне работает. По мне. 150 двигаемся, 150. Главное, я под ёлки сидел, как она меня заметила? Так, на 140 свои находятся, на 140 далеко в ёлках свои. Как ты понял? Вертолёт опять в оптику видел, свой сидит в ёлке. Азимодвижение какой? Сто восемьдесят двигаемся, 180. Справа огонь, справа огонь. СВД 202. По нам? Нет, по нам. У наших СВД нету, это враг. Враг, 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 враг на 230, 250 враг. Ёлка. У нас такой же звук есть. А, нет, нет, стоп, 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 на 250 свои. Чёрт, я только что своего угрохнул. Чувак, я не хотел. Здесь он жив. Наших есть СВД, СПК, ты что ты несешь? У них заставы другие, они не так стреляют. Боись, точно так же, такой же звук. СВД точно. А снайпер есть, то есть сейчас сами бежим. Ну пошли сейчас поднимем вот. Да там есть еще один рядом с ним. Я полагаю, он уже 230. Не стоит. На 230 рядом с ним еще один. Нужно дальше двигаться на 180. 180. Мёртвый СВД, кажется. О. А чё за дымы-то свои? Где дыма? Вижу труп, подойду сейчас, Саша. Смотри, чтобы они там со страху тебя не увалили. Слушай, а тут труп спецназовца. Пацаны, мы с Пикачуткой южнее вас. Тру восточнее. В соседней стене. Подожди, стой, если спецназы, значит что, враги? Я думаю, это они его грохнули раньше. Да. По кому-то я СВД попал, я слышал, Мори живой. Справа, справа, вижу, справа, вижу, справа. Уходите, ну уходите что, блядь, запад, вижу откуда? На запад уходите. Азимут, скажите, родные, чё вы мол...
180, прямо вперед и справа. И справа идет огонь. Мне показалось где-то 260. Ноль, если что, я сзади видел тебя, не пугайся. СВД так работает сбоку до сих. С востока, по-моему, СВД работает. Вот это что такое? Если 60 СВДшник. Метров 150. Чьи дымы там? Не, вся стрельба на 180, я так понимаю. Далеко на 160, злодей. Это вы дымы кинули? Тут, и дальше. А я кинул, я ранен. Сейчас иду. Это СВД час стреляет, блядь. 260, видел СВДшника, убежал. Я чётко, мы убежал южнее. Сэр, это ты стреляешь? А я стреляю далеко, враг. Чё ты не говоришь? Все ящики уничтожены. Там на 160, злодей. Какая жесть.